Всем привет, с вами Нью из Эцу, вы на канале Фрикаделька, а это у нас Far Cry 4. Да, всем привет. А мы все пытаемся добраться до колокольни. Да, до следующей. Но что-то нам мешает по пути. Нахуры. Как думаешь, нахуры нам мешают по пути? Не знаю. Так, отлично. Сейчас где-то по дороге у нас там должна быть машина. Свиньи мне, по-моему, не нужны. Мне кажется, нет. Да, мне нужны всякие тигры, яки, бизоны. И кто там еще? И рыбы-демон. Ты там какой-то знак вопроса видишь? Орел по нашу душу! Орел по нашу душу! Ну это прямо так, прям так с чувством. Ого! Он убил! Он его руками убил? Нет, я, блин, монстр просто, чел. Голый? Вы чё там? Тигра зажали. Ого. Да. Там тигр. Угу. Этот бенгальский, по-моему. Или амур. А, ну, бенгальский, наверное. Не, я тигр мне нужен. Но орёл, кстати, он орлам, кстати, руками разбил. Ах вы, браконьерщи! Так, тигрин. Красивый тигр, конечно. Ну конечно, кисонька такая хорошая. Думаешь, получится? Угу. Не так-то это просто, да. Он меня заточит, блин. Он тебя заточит. Ему будет вкусно. Я тебя спас! Какой вой! Бенгальский тигр. Ну, я же говорю бенгальский. Бенгал. Очень красивый. Да, красивый. Я все-таки считаю, ну, игра должна была сделать так, чтобы не все животные были агрессивны. Особенно тех, кто спасли. Да. Типа, чтобы у тебя совесть хотя бы мучила. Орел нападает! Орел! Нет, орел по нашу душу, это было прям красиво. Патроны кончились у чувака. Там один, блин, орла просто вручную замочил, так что. Ну, с ножа. Блин, я не могу вообще с ними. С их орлами, конечно. Ага. Вот и поговорили. Деньги есть? Если найду. Пакетик. Пакетик! Просто пакетик. Как бабушка учила? А вот, видимо, какая-то пещера. Нашел. Так, пастилунга, что это? Логово... Так. Логово тигра. Да, будь поосторожнее. Логово тигра. Ну, вроде здесь никого нет. Видимо, это этого тигра. Ну да, видимо, того тигра. О, блин. Дробыш. Ну, дробыш это неплохо. Прикольно. Дорогой брат, я так рад получить от тебя вести. Я знаю, что между нами не все ладно. Конечно, я готов встретиться. Но нужно соблюдать осторожность. Деплёр назначил меня капралом, но нас не должны видеть вместе. Я знаю безопасное место недалеко от чайной фабрики и из пещеры. Встретимся там во вторник ночью. Твой брат Сатиш. А может пакетик чая тогда? Может быть, кстати. Чайная фабрика. Не встретились они, видать. Не встретились. Так, а вот сюда можно, наверное? Там что-то есть.
Мудрость Мина. Золотая пыль. Так. Так, мы до колокольни. Давай отметь ее на карте. А, да. Чудно. Вот иди вот сейчас налево, да, вот там, смотри, какая-то штука есть. Хуй знает, что это, но давай подойдем. Ничего. Угу. Уху! Лбом! Отпусти. Ой, у меня аж сердечко ёкнуло. Я тоже умеешь красиво спускаться. Чего уёбываешься? Вон у тебя есть штука. А куда? Просто вперед. И вниз, наверное. А вон. Это было близко. Чего она сказала? Его цвет? Они умерли или они спали? Мне так нравится, что их коллега там ходит такой, ему нормально. И он говорит, жрать хочу. Бриллиант раздора мы только что забрали у одного, видишь? А, они подрались. За бриллиант, видимо. Нашли бриллиант и решили друг друга побить. Жевательная резинка. Да, ты смотри немножко под ноги. Ху-ху-ху-ху-ху. Патрули армии короля служат вашей безопасности. Уступайте им дорогу и не делайте резких движений при их приближении. Чего? Вот еще один. Всем приказам от патрулей армии короля нужно повиноваться немедленно. Отказ от повиновения повлечет суровые последствия. Это женщина, такой мерзкий голос. В пасть кулак засуну. В пасть кулак засунешь? Ну попробуй. Ну, встал, как проституточка. Сразу видно, продажные. Чака, вот он. Сдавайся! Ну все, забирайся. У нас будет новый вот этот вот пролет красивый. Да. По новым территориям, как мы любим. Вмешательство в боевые действия армии короля карается смертью. Да никуда не вмешивайся. ФВД, город Болем. Сатиш. Ты проделал фантастическую работу, результат превзошел все ожидания. Как тебе известно, я на несколько недель уезжаю из Кирата, и по этому случаю собираюсь закатить вечеринку для близкого круга в городе Боли. Поздравляю, ты приглашен. О подробностях сообщу позже. Продолжай в том же духе, из тебя получился отличный капрал. Иногда мы принимаем правильные решения, иногда мы принимаем решения, а потом делаем так, что не оказались правильными. Пол де Плёр. Понятно. Ого. Ого. Мат. Ну что ты? Объявление от министерства. Не, входи внутрь, там была лестница. Да ты чё? Внутри лестница была. А. Видимо, она вот справа. А. Давай. Прекратить агрессию. Новая эра у Кирата. Розовая эра. Да. Так розовый хороший цвет. Назовут розовая эра. Наступит. Не мезозойская, там всякая розовая эра новая. Тихо. Ты давай лезь, Джай. Не торопись.
нравится ему розовый цвет, никто же не виноват. Ну да. Главное, чтобы люди было что им поесть. Ну а к розовому цвету привыкла к розовому цвету. Конечно, все будет розовая еда. Вода, ну то это уже другой вопрос. Сейчас пакетик. Убирай давай это. Это ведь чайная фабрика. Просто кто сюда тащил чай в пакетиках? Сюда наверх, мне интересно. Ну может туда просто путь легче когда-то. Когда-то, конечно, был. Но когда-то это когда? Ой, не знаю, не знаю. Что ты делаешь? Пытаюсь найти, а вон в центре. В смысле, ты его сразу не увидел, серьезно? Так, куда еще пойти надо? В смысле, там сразу у тебя был проход? Да? А зачем я туда? Я думаю, что ты куда пошел? А зачем туда этот обход вокруг? Не знаю. Просто так. Для реалистичности, наверное. Колокольчик. Все, выключают. Есть дневник Моха Нагиева? Блин, это плохо. Ладно. Что такое? Все, это... Тихо. Сидеть. Минус. Будет у нас музычка. Поехали! О. Опа, дом Прабина. Заложники. Ага. Это кто? Комната грусти Сатиша. Логово тигра. Так были. Там уже были мы. А, там тигр. Вот когда он там появился. Сейчас он там появился. О, револьвер появился в магазине. Это хорошо. Смотри, там видишь дневник. Это не плакат? А, это и плакат. Нет, он, скорее всего, в самом низу. Ладно, давай спускаться. Ну, что там за... Посмотри, видишь значок? Какого-то... Нет, вот левее. Что делаешь? А че? С такой задержкой. Что это за значок парашюта? Давай глянем. Все хорошо? Подожди, давай гид-плакат сорвем и глянем. Эй, здесь кто-нибудь есть? Вот. Вряд ли он выше. Это бессмысленная была бы история. А он не показывает выше и ниже, если ты отметишь его. Вон. Снаружи, видимо, да? Угу. Ну чё толку? Ты тут бегал, что-то бегал? Нет, подожди, обернись. Вот. Да-да-да. Не, он, подожди, а где он вообще? Укрытие! Орел! Ого! А он не цепляется за эти штуки, как Фейт? Чего? Очень странная хуйня. А почему так? И здесь нет ничего, нет, тут нет вариантов. Может быть, они не с той стороны стены нацепили. Подойди прям плотно, да. А как? Только да, наверное, подпрыгивать и попытаться его снять. Чего, блин?
Но он же не умеет таскать вещи, к примеру. Очень странная хуйня. Ну давай попробуем. Думаешь, сверху нужно, да? Ну это прям совсем не смешно. Как? Это сильно, конечно. Ты что там здесь, вот здесь вот? Как туда пройти? Да никак ты туда не пройдешь. Ну, всякое я, конечно, видела в Фортае, но вот это, конечно, прям чуть новенькое. Ну, может быть, конечно, вот эта херня. Сейчас подожди. Какая херня? Типа как бы, ну... Что я могу предположить, он мог бы зацепиться вот за этот краешек с белыми кружочками. Так это логично, что как бы, наверное... Пробуй прыгать на плакат. Вот здесь вот, кстати, есть место вот это, да. Но это же совсем пиздец. Не, ну, во-первых, нельзя не зацеплять, так ему надо стоять. Это баг или что? Я хз на самом деле, я не знаю. Как его снять? Аджай Гейл, человек с золотым именем. Это кто? Ты знал, что так кто, можно. Кто? Диджей в пальто. Ты что, не узнаешь мой голос? А должен? Голос радио «Свободный Кират». Это Раби Рейрана. Ты что, не узнал? Да, Раби Рейрана. Зови меня просто Раби Рей. Ладно, Раби Рей. Чего хочешь-то? Поговорим с глазу на глаз. Шлю свои координаты. Увидимся. Так, давай посмотрим, что это за странный порошок. Да, сейчас посмотрим. Ну ладно, будем знать, их можно сжигать. Ладно, ладно. Как дела, Джай? Ну я уже подумала, конечно, под конец, что, ну, знаю, наверное, можно что-то с ним сделать. Еще что? Но я рад, что... Не вопрос, как его туда наклеить? Парашют сначала ткни. Поставьте на том пути. Это опять надо лететь. Обязательно быстрее. Аджай, это Капал. Высылаю координаты места. Да будь груз, опереди в людей губернатора. Слышишь? Губернатора? Губернатор? Деплёра или Нур. Кто у них там главный, не знаю. Я имею в виду их солдат. Конец связи. Это сильно. Хуящая, блядь. Вот это поворотик. Орел! Слышь, не орел. Я орел. Это хуйня, конечно. Неведомая. Вот это сильно. Прям очень сильно. Не вмажь. Ой-ой. Игорь. Взлетаем! Лагерь Шерпи Чинджан. А что делать? Обнаружить нужно где-то этот? Что он делает? Он не понимает, как мне до меня добраться.
Почему у тебя пистолет в очередь стреляет? А, да, это как пацан, пистолет. Опа, мы спускаемся. Ой. Померла тигра. Умирает, как будто это. Что? Умирает он с такой звуком, как будто это. Как будто что? Как будто это не тигр. А кто? Ну, как, да, вот этот, не, завывание вот это. Ну, как ты хотел. Ну, так вот оно бывает. Где эта хуйня? О. Первый у меня. Отлично. Второй где-то там дальше. В 400 метрах. О, птичка. Так. Ага, использование что-то там. Ага, еще что-то добыли. Подожди, раз мы тут, давай барабан запустим. Барабан? А. Карму очистим немножко. Немножко, да, комплект постельного белья. Сначала напиздили всего, потом карму чистим. Так, немножко гаки карму. Давай, запускай. Чтоб нами гордились. Отлично. Тебе должны были какую-то, мне кажется, награду вроде дать. Ну, что-то не дали ничего, ладно. Где-то зайти надо куда-то. Да, полетели. Интересная херня, конечно. Удобно с ней ездить. Это вообще, вообще прикольно. Их оп. Надо побольше покупать. Очень бонус. А, вот, видимо, очень бонус купят. Он там был задать точку чего? Задать точку чего? Что-то написал. Сейчас не пишет. А, задать точку маршрута. А, вот этот бино. Я так получается на метку ставлю ее и могу сразу задать точку маршрута. Получается. А, он сразу видит, все понятно. Это нам куда-то туда. Где-то там. Нету здесь никого. Абсолютно точно, они глухие. Пусть побегаем. Граната? Да. Причем, я так не поняла, граната это или дымовой? Интересно, пистолет? Ну давайте возьмем уже пистолет, который пистолет все-таки. Ну да, это странненько, конечно. Пыль. Херацкий еще потом. Так, где она пишет-то? Я не вижу. Вот она. Последний у меня. Быстро доставьте грузу. Так. Две минуты у тебя. Дневник как озеро. Я ждал учителя на берегу озера, но он не удостоил меня ответом. Водная гладь неподвижна, как стекло, слова не тревожат поверхность, но это временно. У этого леса есть глаза, но мне нет до них дела. Пусть смотрят, пока я жду ответа. Теперь будь добр, доставь их на место! Понятно. 500 метров, хуяси. А где эта хуйня у тебя? Она пофиг. Ну, знаешь, как будто бы... Будто бы да. Похоже, на ней надо было лететь. А где она? Да в, на том берегу. Уж на машине бы доехал. Беги 30 секунд. Ну, наверное, у нас есть еще возможность. Нормально летим.
Очень стремительно, конечно, метры приближаются. Ну, это тебе не на машине, знаешь, покупаться. Ну, я думаю, минут времени мне хватит. Да, это. Кстати, ну, тут на машине бы я тоже отлел. По этим склонам ездить. Если бы было бы минут 5, можно было бы и на машине добраться. А зачем так далеко-то остановиться? Да, блин, там, по-моему, какие. И она же немножко еще разбивается, или не так? Чего? А, слушают. А, помнишь, там же был какой-то этот? Да. Ох ты ж, блин. Ох, супер. Их еще это, змеюка на стражу. Вот твое добро. Спасибо! Золотой путь в долгу у тебя. Я расскажу нашим вождям, что ты сделал для нас. Ладно. Иди нахер. Угу, угу. Так, ну мы прямо куда-то уехали, убежали, я бы сказал, что-то совсем. Ну давай хоть посмотрим, да, что-то как-то делаем. Совсем мы убежали, ты что такое? О! А? Вот у тебя появилась киностудия Кира. А, мы открыли, что-то хотела, поэтому. Ну да. Ну пойдем, что? Снова возвращаться надо, что-то мы как-то далеко ушли. О, привет, Аджай, как дела? Да господи. Да нормально все, не переживай. Кто эта женщина? О, робот блокировал. Давай возьмем уже пистолет. Хоть один пистолет. Ну, видимо, бери. Где он? Это что ли? Да. Давай, ладно. Так, оружие. М-133 разблокировано. Это что, это дробыш? Да. Mm-hmm. О, тебе карту можно купить, по-моему, последнюю. Ну, наконец-то. Все. Больше мы не будем думать о картах. Картах. Странно, что там, короче, как-то по мере прохождения не открывались, а тут сразу можно все купить. Mm-hmm. Полученная награда Харупий. Кератский рупий. Понимаешь, что кератский рупий, но... О, мать твою! Испытание это... детища Шарма Сальс. Проезжать через контрольную точку, чтобы получить 5 секунд, менять машину. Дополнительное время не менять машину. Армия контролировала всю долину. Хорошо, давай. Давай. Так. Как там мой любимчик? Отдохнул, надеюсь? Помни, ехать надо быстро. И главное, вау, не прекращай снимать. Мы так снимаем, наверное. Мы всегда снимаем. Едем, едем, едем. Ну, типа на машине, хорошо. Это типа те гоночки. Вот сюда. Следующая машина. А. А, даже так. Обалдеть, это что за троебурье? Типа они прям... Да, она ведет в YouTube-канал. Да-да-да. Типа она столько серьезно. Здорово, здорово. Видимо, слоны здесь наши друзья. Надеюсь, нам не надо будет слона убивать, чтобы что-нибудь из него сделать. Слонат. Бумажник. О! О! Катись! Да ты чё застрял-то? Это же конец уже, всё. Ты чё, теперь? Окей. Ладно. Все, а, что ли? Ну, это, видимо, так, лайтовая первая. Это что такое? Там, наверное, задание Золотого пути. Кирикоптер, кирикоптер. Да-да, гирокоптер, блин. Подожди, поверни направо. Поверни направо.
А, мне показалось, они в воздухе висят. О, ну, как у меня тревоги. О, прикольно. Желтенькие, красивенькие. Пойдем поговорим с гирокоптером. Да ну! Я хочу просто посмотреть, что там типа для совместной игры он нужен. Скорее всего, он нам ничем не поможет. В смысле, ничем не поможет? Если сейчас что-нибудь запустится, я тебя прибью. Пропустили? Блин, нет, продолбали самое интересное. По-моему, это чувак, чё? Ты кто? Кавалерия! Я кавалерия, появляюсь крутой, как долбанный Клинт Иствуд. Я Хёрк. И я кое-что слышал о тебе, мистер пойди не знаю куда и надери всем задницы. Поэтому я здесь, мы с тобой вместе. А значит, сраный золотой путь обречённый камждяч. Война идет. Золотой путь, это мы, парень. Я ни хрена не понимаю, что ты там лопочешь. Я вашего языка не знаю, короче. Думаю, ты имел в виду, что обречена армия короля. А золотой путь, это мы. Чел, серьезно? А я-то думаю, что это на меня все косяка давили, когда я про золотой путь говорил. Теперь вкурил. Тормоз. Окей. Новый план. А. Упреждающий удар кавалерии. Позови меня и бум. Мы с парнями поможем тебе. Или... Золотому пути. Золотому пути, точно. Мы с тобой тату, братаны. Ну, прям как в сказке. Давай, вперед! Круто ты, бледноват что-то. Ничего, ты хоть и тормоз, но до цели доберешься. Я верю. Увидимся еще, братан. Лады, вообще не изменился. Увидим золотым путем. Да! Тату, братаны. Не сделал мы, Джейсон, тату? Нет. Да, давай. А, ладно. Ладно, мы, видимо, познакомились с ним. До совместной игры удерживайте. А. Выберите по-любому. А, типа, я понял, за Херка играет второй. Ну, нет, сорян. Типа, так не выйдет. Наемники — это повстанцы Золотого пути, готовые сражаться на вашей стороне, чтобы звать их на помощь. Нужно... Ох ты, нихера, можно с собой звать людей за жетоны. Зачем? Ну, типа, бегать с компьютерами. Да ну нахуй. Не, ну посмотрим, конечно, может, впоследствии это нам пригодится, но пока что звучит не очень. Чтобы потратить жетоны, нажмите В. Подожди. Подкрепление близко. Вон бежит. Или едет, едет. Прикольно. Вызывай, типа, подмогу себе вызывать. Ну, это неплохо. Я пришел, ну, знаешь, на помощь. Смотря как. А если, я типа, он приедет и начнет стрелять абы куда? Ну, ладно. Зато он машину пригоняет. Это удобно. Чтобы случилось, я готов. Чему ты готов-то? Есть котов, он готов. Ладно, на этом все. Ну прикольно, вот это вообще прикольно. Типа на какие-то сложные перестрелки вызываешь банду наемников. Ну да, в принципе, неплохо, согласна. Посмотрим потом, как это работает в действии, но уже в следующие разы. Поэтому спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.